Торжественное открытие с участием краевых властей и местного парламента в гранд-отеле «Жемчужина» начали работу сразу две специализированные выставки «Строительство и благоустройство» и «Мебель интерьер». Экспозицию посещают дизайнеры, архитекторы и другие специалисты строительной и мебельной отрасли. У нас в крае более 2000 различных предприятий, которые для этой отрасли выпускают продукцию. Немаловажную роль также играет в крае мебельная отрасль. И мы видим сегодня даже на выставке, как широко представлена данная отрасль Краснодарского края в рамках, в том числе, сочинского мероприятия. На выставке представлены новинки строительной и мебельной отрасли, которые интересны для развивающегося Сочи. Со своей продукцией приехали компании из разных регионов России. Участники выставки предлагают выгодные условия сотрудничества для постоянных и новых клиентов. Мы на выставке четвертый раз. Привлекает она нас своей масштабностью. Здесь достаточно много потенциальных клиентов. Здесь есть застройщики, здесь есть крупные компании, которые пользуются нашими услугами. И также частные лица, которые планируют или уже строят себе дома. Здесь же представлены и конкурсные работы дизайнеров интерьера. Конкурс проходит в рамках Сочи Дизайн Вик. 21 апреля состоится бесплатная лекция для дизайнеров от ведущих специалистов. В первый день прошли круглые столы по теме «План по застройке и развитию Большого Сочи», «Краевые городские программы поддержки участников строительного рынка». Выставка работает до 22 апреля. Вход свободный. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.